Вот мы с сыном заезжаем на газовые заправки. Сын дает денежки и получает бензин, в смысле газ. А у меня возникает дивный вопрос. Я ко всем обращаюсь. Газификаторы, ну это те владельцы газовых заправок. Почему вы бы мне не дали небольшое количество денег? Потому что только благодаря мне, ну я могу так себе сказать, вот, Магнитогорск стал газифицированным городом. И мягко говоря, то, о чем я говорю, то есть я реально показываю места, где вы устанавливаете газовое оборудование. Так они работают. То есть люди понимают, что дешевле поставить себе газ и экономить на бензине. А сумма получается достаточно приличная. В два раза практически. Может и в три, как у меня, допустим. Вот. А при этом с вашим автомобилем абсолютно ничего не случится. Я сейчас немножко объясню. Как лаборант химико-газового анализа, я скажу, что точка воспламенения пропан-бутановой смеси на 100 градусов ниже, на 100 градусов ниже, еще раз говорю, слушайте меня внимательно, чем точка воспламенения бензина. То есть, с вашим автомобилем ничего не случится. Если вы мне не верите, ну, поверьте мне, я практически кандидат технических наук. А если совсем не верите, почитайте интернет и поймите сами. А что горит? Да, горят, естественно, это газели, потому что газелисты их раскручивают. Больше машины не горят. И уж поверьте мне, примерно 80% бензиновых автомобилей во всем мире, бензиновых автомобилей, ездят на газу. А это никак не 135 миллионов человек, граждан Российской Федерации. Так что, господа, газ – это правило. Тем более сжиженный пропан-бутановый газ. К слову о том, кто работает с телевидением, здесь ставят вам газ. А те, кто не понимает автостоп, сидят и курят бамбук. Вот только понять-то надо, здесь зарабатывают, а вы нет. Так что думайте сами. Что за моей спиной? За моей спиной абсолютно новый автомобиль. Рено. По сути, это не совсем Рено, потому что во всем другом мире это Дачия. Но тем не менее, на этой базе Дачи сделан еще и Nissan Тирана. То есть, в принципе, мы понимаем, на чем мы ездим. Так вот, и то, и другое, и третье в реальности можно перевести на газ. Что здесь и делается? То есть, берется новый автомобиль, и он даже не прошел еще обкатку, и ставится настоящее газовое оборудование. Потому что, представляете, да, Renault и Nissan вам говорят, что вы можете спокойно ставить газовое оборудование. Причем, какое газовое оборудование и где вы его будете ставить? И мы вам предлагаем супер вариант. Зайдите, пожалуйста, в центр, где вы ставите газовое оборудование от GFI. Вам его здесь построят, настроят, и вы будете дальше ездить. И понимать, что такое слово экономия. Кстати, не только экономия, потому что такие машины их берут, как правило, в лизинг или в кредит. Ну да. То есть, и вы понимаете, да, каждый раз вы сможете платить чуть больше денег, потому что будете экономить на ваших лизинговых или кредитных платежах. Круто, конечно, и очевидно, Магнитогорск стал еще лучше. И он является представителем компании GFI со всеми примочками. И круче ставить GFI. Мы устанавливаем оборудование GFI, фирмы итальянского производителя. То есть на это оборудование гарантия идет 2 года, 200 тысяч пробега. Соответственно, гарантия идет не только на оборудование, но и на нашу работу. И все технические поломки, какие возникают в течение 2 лет, мы устраняем бесплатно. Ну, конечно, если вы своевременно проходите техническое обслуживание. Вот как-то так получается. Ставишь GFI и получаешь результат. 200 тысяч километров с гарантией. Сможете столько съездить. Дай-то бог. Но, по сути, чаще вы машину и продадите. Я так понимаю, машина хорошая, да? У нее еще и полный привод. Вы еще и с кондиционером пользуетесь, да? И когда все это дело включается, расход топлива какой? Ну, в среднем около 12 литров. Ну, я как бы не этот, себя не экономлю, получается. Использую полный привод постоянно. И люблю динамику, скорость как бы. За счет этого решил восстановить газооборудование. 12 литров – это жестко. Ну, да, я грубо говорю, как бы я не пользуюсь, как бы этот, не замеряю, но около 12 литров в среднем. То есть гораздо будет дешевле заправлять себе нормальный газовый концентрат, углеводородную смесь, и в действительности экономить, потому что чем активнее вы ездите, тем больше вы экономите. Потому что есть люди, которые ездят потихоньку, там экономия 2. Если вы активно ездите, то экономия в 3 раза. Ну да, действительно так это получается. Причем у меня семья большая,
Мы часто ездим по всему городу, ездим везде. А за город выезжаем, то есть на природу выезжаем, на рыбалку часто выезжаем. То есть пробег у нас очень большой выходит за год. Вот как-то так. Я вам, простите, не показал номера, они московские. То есть за грамотным газом и Москва едет в магнитку. Как-то так получается. Потому что магнитка – это газовый центр всей России. Я вам это говорю честно. Где будем ставить газ? Мест таких немного. Потому что газовые баллоны ставятся везде. И на левом берегу, и в гараже, и во всех остальных делах. Но я вам говорю о качестве. Так вот, качество. Это GFI, который располагается вот на самом выезде в сторону Белорецка. То есть переезд достаточно простой. Направо Северная 2, вот за мной газ GFI. А налево это получается Белорецк. Приезжайте и ставьте себе замечательное и сногсшибательное газовое оборудование. А потом уже в реальности экономите.